А вот еще, можно сказать, никогда не пел, но когда-то первый раз должен. Есть такой поэт, его зовут Владимир Гандельсман. Может быть, любители, ценители литературы знают это имя. В интернете вы найдете, даже найдете его телевизионные видеоролики. Ну вот, как бы продолжая тему, обозначенную. Ах, как уютно, ах, как спеваться уютно, тихо спеваться, совсем без скандала. Нет, не прилюдно, нет, ни за что не прилюдно. Истина вот я, что, милая, не ожидала. Ах, покосится, ах, этот мир покосится, что там синеет окно наряжая, что-то истится, что-то такое истится. Небо от Бога, я вместе их воображаю. Ах, как не жалко, ах, как легко и не жалко. В петельке дыма, как будто в петлице, тает фиалка, благоухает фиалка. Ах, закурив, улетаю к небеснейшей птице. Оскар с Марселем, Оскар летает с Марселем, тем темнооким в цилиндре и с тростью. Тянет апрелем, искренним тянет апрелем, зеленоватый, едва завязавшийся гроздью. Ах, виноградник, зрей, мой леса, виноградник, ведь тяжелит только то, что порочно. Огненный ратник, целься, целься в счастливого ратник, в легкого целься, без устали, ласково, точно. Ах, как уютно, ах, как спеваться уютно, тихо спеваться совсем без скандала.